Ну, давай начнем с того, то, что по поводу оппозиции. Ну, если я уже говорить честно, то, предположим, Алексея Навального я лично обучал рукопашному бою, я лично его обучал физической культуре и спорту. Мы учились с ним в одной школе, моя мама была его классный руководитель, в конце концов. Я с ним общаюсь, но у меня есть своя точка мнения и зрения. Я настоящий патриот, я рожден в СССР. И понимаешь, я не плехлебей, я не какой-то, знаешь, там, как, знаешь, стая, ничего подобного. У меня есть своя точка мнения и зрения. Но извини меня, я знаю, что такое Родина, я знаю, что такое патриотизм настоящий. Я по сей день постоянно на Кавказе. Мой крест вести какие-то темы, связанные, опять же, с патриотизмом. Но извини меня, да, конечно, был бы больше марш. Если бы не смерть Бориса Немцова, было бы гораздо больше. Но опять же, понимаешь, это кто? Это какая интеллигенция? Интеллигенция обиженная. Что им не нравится? Объясни, что им не нравится? Им не нравится, что у них в каждой комнате есть по телевизору, у них есть море мобильных телефонов, они ездят на иномарках. Что им еще не нравится? Это обиженки. Обиженки в чем? Обиженки в том, что надо поднять свою жопу, идти работать и дальше. То есть им, этим обиженкам, не хватает 30 тысяч, 50 тысяч заработка. Им надо 300 тысяч, 400 тысяч. Я считаю, это обиженки, это большинство. Это моя точка мнения, пускай меня народ не осуждает. Понимаешь, но в основном там таких очень много. Это плаксы, в основном это плаксы, самые натуральные.